Работа букмекерских контор в городах Казахстана запрещена. Отныне все офисы будут сосредоточены в Бурабай и Капшагае. Мажилис одобрил законопроект в первом чтении. В Казахстане около 350 тысяч игроков. Большинство из них – подростки. Министерство здравоохранения диагностировало людей с зависимостью под названием лудомания. Страшно то, что азартные игры являются причиной разрыва семей. Так, 7 из 10 разводов по этой причине. В связи с этим разрабатывается проект закона, который внесет ограничения на игровой бизнес. В анализе регулирующий орган предложил сохранить данный вид игорной индустрии, но сохранить его в уже существующих игорных зонах. Как вид деятельности не запрещается, меняется только лишь локация. Высказывались предположения, что перемещение букмекеров в Бурабай и Капшагай нанесет ущерб экономике и значительно снизит налоги. Министерство финансов опровергло такую информацию. Что касается переноса этих объектов бизнеса в специально отведенные зоны, то хочу сказать, что потерь от этого бюджета не будет. В этих специально отведенных зонах увеличится количество электронных касс, ставка по которым в 10 раз больше, чем на наземные кассы ставка. И, соответственно, мы будем дополнительно иметь налог на игорный бизнес. Мы наконец-то увидим реальные обороты как субъектов игорного бизнеса, так и самих игроков. Запретить онлайн-ставки невозможно, даже если офисы будут перемещены. В связи с этим министерство намерено создать специальный центр. Предлагается создать центр учета тарифов. В этом случае будут учитываться все платежи, полученные букмекерскими конторами через наличные или электронные платежные системы. Вся информация об игроках будет собрана в этом центре. Возможно видеть ставки и выигрыши. Все суммы, находящиеся в обращении букмекеров, будут обнародоваться. Улучшается администрирование, при котором платежи в государственный бюджет от этого вида деятельности экономики возрастут. Появится центр учета ставок, перестанут в темную идти, все обелится, все будет видно. Министерство финансов подтверждает, все расчеты у них есть, вы сейчас слышали. Этот вид бизнеса не закрывается в стране. Он регулируется и приводится в соответствии с международными нормами, где он существует как бизнес. Теперь в Казахстане можно делать ставки только на спортивные мероприятия. Законопроект принят в первом чтении.